Привет, друзья, меня зовут Алекс, и сегодня мы с вами снова в Ведьмаке, и мы стоим у разбитого корыта практически, или у разбитого корабля, тут летают птицы, мы стоим перегруженные, не знаю, ноги трещат по швам, потому что нам надо срочно разгружаться, ибо у нас перегруз как минимум на, ну, почти на треть, даже больше, чем на треть, почти в половину. Нам нужно срочно с вами поехать в город, продать все это барахло, которое мы с вами насобирали. Причем, смотрите сколько, ребятки. Вот это вот хрень, все вот это, нам все продают. Что? Восьмой уровень требует, 40... Офигеть. Даже у нас не подходит по уровню эта хрень. Опачки, что это? Ремонтный набор подмастерья оружейника. Нормально. Давай, рыба моя, поехали. Садись, Геральт. Я что-то забыл, на что надо нажимать, чтобы сесть. Садись, что ли? Сока выпил зачем-то. Сейчас мы с вами... Все хорошо, да. Берег погибших кораблей. Кстати, классно, здесь есть быстрое перемещение. Хата в лесу. Нам надо с вами в город какой-нибудь. И где можно будет поторговать. Кстати... Пожалуйста. Так, нет. Метку сюда мы оставим. Хотя, кто нам помешает потом туда метку-то поставить, а? Поехали, короче, вот сюда. Все. Поехали на быстрое перемещение. Но. Давай, бегом. Бегом. Не торопись. Я вот одно не понял, что значит вот этот треугольничек? Стоп. Вот здесь был треугольничек. Что это может значить? Неужели это означает, что можно поджечь костер здесь? Здесь больше вообще реально ничего нет. Вот с помощью ведьмачьего чутья мы можем с вами здесь пройти, посмотреть, но здесь реально ничего нет. Никаких сундуков спрятанных, вообще ни хрена тут нет. Только вот цветочки у нас подсветились, и все. Сейчас мы быстро переместимся. Давай, Геральт, быстро перемещайся. Сейчас мы переместимся в подлесье. Там мы с вами быстренько распродадим все это барахло. И снова отправимся туда же, на берег. И там мы с вами что? Геральт, почему ты не бежишь-то? Тут червяки повылазят. А почему господи, я туплю. Говорю, Геральт, ты чего, говорю, не бежишь-то, а? Пожилой человек, некогда мне с тобой. Пожилой человек, говорит, лёд на торгаш, смотри. Пацан, не лезь под ноги. Крестьянка торгует. Вот он, купец, спонсор. Амулетики? Визарчики? Может, черепаший камень? А может быть, мечей вагон купишь? Покажи-ка свои товары, только. Покажи мне свои товары. Давай. Зубы мертвецов. Почечные камни. Надежные средства в ненадежное время. Почечные камни ты можешь оставить в своих почках. В принципе. Так, сколько ты стоишь? 4. Интересно, а цены у всех одинаковые или нет? Хотя это легко добытое барахло. Велинский длинный меч. 53-65. Кстати, интересная тема. 53-65. Велинский длинный меч. 40-50. 34. 54-66. 53-65. Это у меня самый козырный вот остался. 32. 42. И, короче, хрень. 53-65. 67 у него состояние. Хрень, короче. Мы свое у себя оставим. А это что за меч такой? Ага, дикой охоты. Понятно. 50-62 неплохо, но хуже, чем то, что у меня. Тоже хуже. Тоже хуже. Ну, это понятное дело, что это мусор. Дальше. О-о-о! Вообще что-то какие-то жидкие мечи, ребята, у этих пиратов были. Вообще никак. Да продавай ты, продавай, ну. Это что, 40-50, это 30-60, короче, все,
Это магический, магический, это хороший. Меч охотников за колдуньями. Он здесь слабее реально, чем вот этот. Он практически на десятку слабее. Это серебряный. Ведьмачий серебряный меч. 413 рублев у нас с вами. Ну это очень даже, кстати, это даже козырно, я вам скажу. Можно очень дорого продать. Сколько стоит? У него их... Золотой перстень с рубином. Мусор, ты смотри, мусор. Прям написано, мусор. Охренеть, ребята, это мусор. Череп, тоже мусор. Алхимический ингредиент. Пятая эссенция, алхимический ингредиент. А это что такое? Карта для гвинта? Ага, это карта для гвинта. Понятно, это тоже у нас мусор. Шоры, прочее. Лошадь с шорами меньше пугается, кстати. А я не помню, есть у нас на лошади шоры или нет. Седельные сумки. А в седельных сумках можно хранить вещи. Хо-хо! 183. Давай-ка мы сумари купим нашей рыбе. А у нее есть шоры. А вот сумок не было. Теперь у нее есть сумки. Классно. Круто, купили за 180, продать можно за 14. Вообще огонь. Трофей полуденницы, реликт. Получите бонус, дополнительный опыт за смертельный удар по человеку. Тоже классно. Но это, наверное, с лошади. А почему так много шор на ней? Ну ладно, не страшно. И у нас до сих пор перегруз, что ли? Товарищ друг, а что это у нас перегруз? А, мы еще вот этого барахла, походу, набрали. Рубашка. Зачем мне рубашка-то? Кайдвенский гамбизон. Так, стоп, у меня штаны следопыта. Штаны следопыта. Смотри, одинаково. Нет, вот это хрень. 19, 12. Магический предмет 78, 2056. Слушай, ну это реально хуже. А, у этих уровень 6, а у этих уровень 3. Продаем. Сапоги зачем-то продал. И купил назад, дебил. Ай, вообще, ты слушай, серьезно. Броня. Так, броня, броня. Ну ладно, раз купил назад, все, поехали отсюда нафиг. Без денег останемся. Прощай. Мусором мужик торгует. Давай, давай, плотва, иди сюда. У тебя сумари где? Сумари-то на тебе. Оля, на ней нет сумарей. Ну. В сдельных сумках можно хранить вещи. Ах, вот оно как, оно одевается-то, ядрит твою налево, шоры, у нас тоже есть шоры. Охренеть, я только сейчас это увидел, а? Трофей у нас одет, трофей полуденницы, трофей грифон. А-а-а, 10% модификатор шанса отрубить конечность. Я думаю, что нам лучше с вами на опыт уклон делать. Кстати, сколько она весит? Один. Сделаем мы лучший опыт за смертельный удар по человеку. Это круче. Ну что, Геральт? Геральдиньо, поехали. Вот они и сумки появились на плотве. И шоры на ней появились. Вообще шикарно. Отдохни. Стоп, где у нас тут быстрое перемещение? Вот оно. Надо было на лошади доехать эти два шага, потому что... Пешком ходить мы с вами не привыкли. Ну ты куда запрыгиваешь-то, а? Ну, что ты делаешь-то? Геральт, ну прекрати. О, быстрый переход. Ну я ж нажал, вот, все нормально. Берег погибших кораблей, и мы снова сейчас будем с вами здесь бесчинствовать. Темно уже. Давай-ка мы... Подожди, вот. Помедитируем малеху. Хотя зря я, наверное, столько помедитировал. Время-то 19 часов. Плюс погода еще плохая. Давай-ка мы лучше
Помедитируем до... Вот так вот. До 7 утра. Не, это 3 получилось. Очень интересно, почему 3? Ну ладно, нам какая разница. Это уже... Уже рассвет практически. Давай, Геральт, побежали. Красавец, побежал сразу поджаренный. Так, что-то мы не взяли здесь еще, нет? По-моему, мы здесь все перебрали уже. Вообще все. Все, что можно было и нельзя. Поджигай, пусть светит. Надо нести свет в этот мир. И нам, кстати, нужно вот на ту точку. Как нам туда попасть? Меч еще сломанный, зашибись. Нам, короче, надо вот здесь, на этой вот штуке. Туда. Ага. Поехали. Да-да-да-да-да-да, точняк. Отсюда мы занырнем. Доплывем до того островка. Эх, чё Геральт-то не нырнул? Давай-давай-давай, быстрей-быстрей. Стоп, там привидение, Ирден, магическая ловушка. Полуночница, жескач. Геральт, 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 убегаем. Убегаем, убегаем, убегаем. Ну и нахрен ту цель. А, у нее ключ по ходу дела, да? Да, снимает из нее цель. Все, нормально, здесь мы с вами... Восстановим здоровье. Попробуем ее замочить, а? Реально попробовать можно. Каким ее мечом бил? Нам нужен второй меч. Геральт, кольдуй. Красавец. Я, блин, ее буду таким макаром долго очень. Очень долго ее буду таким образом насиловать. Геральт, открывай сундук. Побежали нафиг. Откроем сундук и все. И дел. И делов-то. Давай отбежим сюда. Сейчас он меч уберет. Убирай, убирай, убирай меч. Берем меч, помедитируем. Часик. Офигеть, мы таким макаром мы будем 25 тысяч лет бить. Еще и сломанным мечом. Серебряный меч. Ты серьезно? Что-то она, что она слишком сильна. Какой у тебя уровень? 15-й, ни хрена. Блин, 15-й уровень, по-моему, это для нас слишком мощно. Пятнадцатый уровень для нас-то слишком много. Пока, по крайней мере. Просто не получится ее замочить. Это слишком жестко, слишком... Это полуденница, подожди. А есть против нее что-нибудь эдакое? Бомба ослепляет противника, короче, взрыв уничтожает гнезда. Не нафиг. Это магический светильник.
Алхимия. Масло против призраков, масло против проклятых, масло против реликтов, масло против зверей, тварей, зверей, яд, яд. Масло против призраков. Аринария. Зашибись. Нанесенный на клинок масло дает дополнительный эффект в бою 10% сил атаки против призрака. Замечательно вообще, просто пипец. Кошка, касатка, какашка, букашка, блин, ладно. Кстати, мы сумки на плотву повесили. Обратили внимание, то что у нас теперь... У нас теперь до 90 с 60 поднялся допустимый носимый вес. Ты, слышь, утопец-то долбанный, ты иди гуляй. Трогать он еще меня будет, а? Совсем обнаглел. Обнаглевший тип, я вам скажу. Арбалет, конечно, здесь просто огонь. Давай, Геральдинью, погнали. Нет. Мы сейчас ему арда запилим. Ну-ка, влияние на разум. Бэт, слышь ты, разум, иди сюда. Я здесь. Иди сюда. На него не подействовал, наверное, да? Нифига не подействовал на него, на упыря на этого. Сюда, иди. Ага, вот он. Скот, почему он не вылазит, а, уродец? Иди сюда. Почему он, гад, на сушу не выходит, а? Давай, Геральт, ныряй. Погнали, Геральт. Бутылка. Нахрен нам бутылка. Вон он, сундучишка. Геральт, давай, жарь, Геральт. Геральт, жарь, давай. Скорей. Ага. Мы с вами нормально, спокойно здесь стоим. А здесь еще сундуки. Хотя, судя по всему, неужели в корабле где-то? Или это вот этот сундук? Странно. Не, на них под водой не действует. Здесь киль. Здесь, в принципе, ни хрена нет. Там трава какая-то долбаная. Тут упырь этот.
Я что-то не понял. Ага, это тоже не то. Часик. Да давай, часик, ну. Геральт, да ладно тебе, часик, давай. Отлично. В воде по самую глотку помедитировал, нормально. На них, походу, это вообще не действует. Вопрос в том, где этот ящик? Использовать мяч, еще найти затонувшие сокровища. Ну, там реально трава. Гроза, мать ее. Может быть, на этом корабле? Да подождите, мы на этом корабле были. А вот он, этот корабль. Ну вот он уже, сокровище. Может быть, нужно дотолкать этот ящик докуда-нибудь, а? Нормалек! Нормалек, мы его просто тупо хакнули, этого чувака. Лошара. Гроза, это нехорошо. Надо срочно медитировать пару часов. Геральт, ну прекрати, тата, ты здесь уже медитировал. Да как невозможно-то? Ну прекрати ты, а? Говорит, невозможно. Вы же сами это видели. Сейчас он медитировал нормально, вполне себе успешно. Где ты? Где ты? Я тебя видел. Теперь у нас оба меча сломаны. Это очень хреновенько. Может быть, надо на корабль этот ящик затолкать? Чувачок. А ты чуть-чуть припух. Геральт, да прекрати ты. Геральт, прекрати. Толкай сюда, сюда. Вот, молодчина, подожди. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда. Блин, да прекрати ты. Иди, уплыви куда-нибудь подальше, слышь. Геральт, а ты зачем ныряешь-то? Ныряет зачем-то. Сюда, сюда, сюда. Сюда, говорю, иди. Совсем тип обнаглевший. Да и как ты, блин, меня здесь поймал-то, а? Геральт, да вылези ты, ну. На ровном месте сейчас его утопят. У меня почему-то очень сильное чувство по поводу этого... По поводу этого ящика. Глянь, она нормально работает. Геральт его футболит туда-сюда этот. Туда-сюда этот ящик. Да как хоть невозможно, да прекрати ты, ну как? Как хоть невозможно, давай. Почему невозможно? Что случилось-то? Из-за грозы, что ли, не медитируется или что?
Полуденница, это, конечно, жескач вообще. Ну, у меня 7 уровень, плюс еще оружие говно. Конечно, она будет сложная. Там их еще и 2. Или кого-то там 2. Да прекрати ты, ну давай помедитируем, а. Может быть, вот здесь он помедитирует? Не хочет. Что он такой нудный, а? Наконец-то, ну родил, красавец. Давай. Что ж здесь такая погода омерзительная, а? Нет, чувак, ты вообще никакого отношения не имеет. Вот ящик еще. Геральт, давай! Давай, жги сокровища королевы Зулейки! Давай! Давай, жги! Жги, ведьмачок наш! Молодчина! Мы это сделали, ребята! Мы это сделали! Я уже не надеялся! Огонь! А что мы взяли там интересного такого? Меч очередной? Нет. Что-то мы интересное взяли там. Подожди. Талисман. Предмет, необходимый для задания. Магический предмет. Разбитый монокль. Глаз Халены. Не Халены. И хозяйка леса прочь, чтобы знать больше, нужно прочесть. Хозяйка леса. Боги покинули нас, сильные мира сего безразличны к нашей судьбе. Только хозяйки леса смотрят за Велином. В злой час, когда мор и голод собирают обильную жатву, проси хозяек о помощи. Если им будет угодно, они снизойдут к просьбам и отвратят злую судьбу. Вот как следует обращаться к хозяйкам. Возьми дитя, юное и невинное, отведи в кривоуховы топи. Отыщи алтарь, посвященный хозяйкам. От него идет сладкая тропинка. Сладкая тропинка? Отправь дитя по тропинке, и пусть оно идет по сладкому следу прямо к благодетельницам. Ни в чем больше не будет нуждаться это дитя, ибо хозяйки щедры. Стоя перед алтарем, произнеси свою просьбу, и благодетельницы услышат ее, ибо они слышат и видят все, что творится в их владениях. И если ты все сделал правильно, просьба твоя будет услышана. Где бы нам ребенка-то взять? Нам в кривоуховой топе бы надо сгонять. Следовать за сладостями, не забывая пользоваться ведьмачьим чутьем. Отыскать ведьм в кривоуховой топе. Зашибись! Это мы столько вот бродили с предыдущих серий, когда вот у нас, блин, прервался летсплей Ведьмака. Столько времени мы с вами просрали. Просто банально потому, что не прочитали книжку. Блин, это просто дичь. Это просто дичь. Ты, может, поделишься со мной, а? Не хочешь делиться, мразь. Скотина, я к тебе вернусь, я тебе еще наваляю, слышь. Будешь знать, как ящик не давать открыть. Собственно, на этой замечательной ноте, друзья, мы серию, пожалуй, сегодняшнюю закончим. И в следующей серии пойдем, наверное, ведьм кривоуховых искать. Благодарю вас за внимание, друзья. Не забывайте подписываться на канал, бейте в колокол, вступайте в паблик ВКонтакте и пишите свои комментарии. Ставьте лайки и увидимся с вами в следующих сериях. Всем удачи и до встречи!